А сегодня мы делаем видеообзор комплексов Сертола. Называется Artag Black. Он состоит из двух таунхаусов. У каждого таунхауса отдельный вход. Три спальни. Рассчитан он на 9 человек, одна часть. Соответственно, может за счет второй части увеличить до 18, плюс доп. Места. Вот еще один коттедж. Где-то порядка 30-35 человек может принять этот комплекс. Находится он за Сертолом, буквально в 2 километрах. Асфальтовый подъезд прямо к участку. Так что можно ходить в хорошую чистую обувь. Так, вот зал. Понятно, можно посидеть как на улице под крытой крышей, так и здесь. Так, здесь у нас сауна. Точнее, русская баня на дровах. Душ. Туалет. И сверху у нас будет три спальни. Раз спальня, два спальня, да, тоже выдвигается диванчик. Такая смежная получается. Ну и три, то есть три отдельных спальни.